Театральные труппы Кабардино-Балкарии получат господдержку от главы КБР. Соответствующий указ Арсена Конокова сегодня был опубликован в республиканской прессе. Предоставлять гранты в сфере театрального искусства теперь будут ежегодно. На этот раз их удостоены Государственный музыкальный театр, Кабардинский госдрамтеатр имени Алиша Гинцукова и Русский драмтеатр имени Горького. Напомним, три выделяемых на конкурсной основе гранта в размере 500 тысяч рублей каждый были учреждены главой республики в целях усиления господдержки творческих проектов театральных коллективов. Денежные средства присуждаются решением главы КБР по предоставлению правительства Кабардино-Балкарской республики сроком на один год.